Теперь к Джейкобу. На Грейстоунской площади паника. Джейкоб уже ничего не расскажет. Но я уже рядом с домом Истина, архитектора барона. Если кто-то знает, как попасть в крепость, то это тот, кто ее построил. Я очень надеюсь, что крепость действительно нерушима. Это я возьму. Городской дом Иствика. Как всегда, монументально. И кажется, этой ночью я не единственный посетитель. Тут всего можно. Он заперся в своем кабинете. Как бы он ни дал дёра ночью. Сэр, разве Иствик не лично архитектор обороны? Да. Он не уйдет отсюда без эскорта, представленного барона. Я надеюсь, что крепость горит не потому, что он проболтался. Бесконечная ночь. Тут слишком тихо. Надеюсь, он не удрал. Надеюсь, это не мрак.
Стой на месте! Кажется, я что-то слышу. Правда, странный звук. Иди правее. Кто тут шорох наводит? Что происходит? Почему включился фонтан? А, не, вон оттуда у него. Во дворе тихо, но архитектор хитрый. Думать о главной задаче. Крепость выстоит. Значит, Иствик замуровался в своем кабинете? Дорогая привычка, я ему скажу, что жить теперь вообще дорого. Тилли, люди барона пришли за Теодором скандалами, словно он простой вор. Я уверена, это недоразумение. О, у них был приказ. Так они и сказали, а я сказала, что из кабинета он все равно не выйдет. Он там уже давно засел. 3 или 4 ночи. Ох, мы хотим уехать из этого города, но он любит только свою работу. Жена на втором месте. Скорее бы все это закончилось. Может, вам поговорить с господином? Теодор уже давно меня не слушает. К тому же я не хочу помогать баронским громилам. Когда-то я переступала через себя, звала его через закрытую дверь. Потом привыкла. Скромный поцелуй на утро,
его пропахшее опиумом пальто. Не связывайся с творческими людьми, Тилли. Да, госпожа. На улицах небезопасно. Что за поспешное обещание погубило тебя, мой муж? Теодор слишком печется о своей репутации. Я говорила ему, что о нем будут судить не по его поведению, а по его работам. Он пропустил это мимо ушей. Пусть теперь подумает в своем кабинете. Мы теперь беженцы, моя милая Тилли. Он не выйдет оттуда, госпожа. Мы все равно поедем в Блэкбрук. Теодор нас догонит потом, когда сможет. Я никогда не покидала город. Мы сможем начать новую жизнь. Никогда больше не вспоминай город. Эти воспоминания и так будут преследовать меня всю жизнь. Интересно, что они кладут в баланду? Мне подготовить сейф вашего мужа, госпожа. Не беспокойся о нем. Рекой пахнет даже здесь. Боги, до чего мы все дошли? Все платки почернели. Thank you.
Эх, есть хочется. Теодор Иствик, служитель Льва! По приказу самого барона Элиаса Нордквиста вы должны сдаться баронской страже! Нет смысла торчать тут с незваными гостями. Мастер Иствик, выходите! Вам же лучше будет! Мастер Иствик, откройте дверь! Какая прелесть. Он там в крысу Салли Джексом с собой играет. Бесполезно. Если щитовик не выломает дверь, мы тут всю ночь проторчим. Город надо эвакуировать, а мы за одним человеком гоняемся. Я сказал ей, что мы будем жить по-другому. Тяжко. Я не хотел никакой революции. Я хорошо жил. Что мне теперь делать? Мастер Иствик хорошо придумал. Надо запереться в подвале. Жутко устал. Эх, есть хочется. Воу! Поднимать тревогу! Я тебя найду. Мне кажется, он где-то здесь. Нет! Что, захотел позлить стражу?
Ни единой души. Никого тут нет. Хорошая находка. Ту-т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 у.
Секреты нельзя хранить в домиках из стекла. Ему есть что скрывать. В иных обстоятельствах я бы с радостью тут задержался. Что где-то здесь есть тайный ход? Я говорю, что часто видела, как хозяин входил здесь, а внутри потом его не было. И ты не пыталась ничего узнать? Конечно, нет. Я знаю свое место. Ой, мать, ты вся такая благородная. Да не из благородных. Вы закончили? Мне еще надо собирать вещи. Ладно, ладно, иди уже. Я сам все проверил. Тайный ход. Это то, что надо. Поздно уже. А? Тут пострадавший! Ты следующий канавник. Слышишь? Следующий! Меня в тени не спрячешься. Я знаю, что ты рядом. Я чую твою вонь. Тут пусто. Никого не нашел. На то, как рушится его монумент, увы, не могу оставить его наедине с мыслями. Мне нужны чертежи. Это объясняет его нежелание сотрудничать. Сначала Корнелиус, теперь Иствик. Кажется, быть помощником барона вредно для здоровья. Так или иначе, он был обречен.
Теодор Иствик, служитель льва! По приказу самого барона Элиаса Нордквиста вы должны сдаться баронской страже! Мастер Иствик! Открой дверь! Ты был самым большим поклонником своего таланта, да? Самая интересная часть этой дорогой игрушки. Придется поиграть. Надо, чтобы модель стояла так же, как само здание, пока оно не рухнуло. Бесполезно. Если щитовик не будет вверх, то все. Это отверстие в основании крепости. Это пароотвод или вытяжной канал. Идти через него самоубийство. Значит, у меня будет преимущество внезапности. А это что? Должно быть сейф барона. Говорят, он больше дома и набит драгоценностями.